после последней нашей встречи эта жизнь у меня изменилась. Я заново родилась. Я радуюсь каждым днем. Я восхищаюсь. Я люблю эту компанию как единственного человека в земле. У меня есть сила духа продолжить эти работы. У меня была вторая мечта – выступать на этой сцене. Рассказать свою историю с главной сцены компании. И эта ее мечта исполнилась так же, как и другие. Мы познакомились с одной из наших самых любимых героинь 2 года назад в Ташкенте. Ее страстное желание быть общественно значимой, безграничная любовь к супругу, уважение к устоям и несгибаемая воля. Ее удивительная искренность и простота трогают почти до слез. Когда мы встретились первый раз, она уже сделала свои самые первые, самые трудные шаги. В прошлом врач-терапевт, тогда Рафика еще только начала осваивать совершенно новую для себя профессию сетевика. В традиционных узбекских семьях правила не меняются веками. Кроме хозяйственных дел, женщина ничего не решает сама. Мужа ослушаться невозможно. Школа, это как обычно, да? У нас 5 часов вечера была, еще готовить надо. Ужин, семья. У меня 5 детей, 4 девочки, 1 мальчик и 4 внуков. Соответственно, семья большая, забот много. Как я могу выйти вечером? Но был один момент, когда действительно муж меня не пускал. Он категорично сказал мне, или твоя работа, или семья. Отпустил. Она отпустил. Я пошла на презентацию, на школу. Но, знаете, были приглашены. Но я на самом последнем ряду сидела и плакала. Плакала от того, что вот другие могут, а я не могу. А я очень хотела делать этот бизнес. Они работают, да, а я вот не могу. У меня дома домашние обстоятельства не позволяют. Я хочу тоже быть, как они. Я хочу знать продукт, я хочу читать школы. Я хочу тоже, как они выступают. Я хочу, как они стать лидером, чтобы у них были тысячные организации. А он меня дома не пускает. Разве можно отказать в чем-то женщине, имеющей такой неудержимый напор? Супруг согласился, скрипя сердце. Прошло мало времени, а Рафика уже знаменитость. Ее узнают на мероприятиях и просят разрешения сфотографироваться с ней. Она продолжает работать с тем же азартом, ее организация быстро растет. И вот Рафика уже едет в большое путешествие с компанией на Кубу. А еще через полгода Рафика поднимается на сцену «Миллениума», где ее ждет самая благодарная на свете аудитория. Я обыкновенная узбекская женщина. У меня 5 детей, 5 внуков. Пока! Вместе с ней плакал весь зал, и это были очень чистые слезы. И я, маленькая женщина, решила во что бы ни стало заниматься этим бизнесом. Знаете почему? Потому что мое окружение... Спасибо! Потому что мое окружение мне сказали, это не для тебя. Ты опозоришь фамилию, династию Бабахановых. Это для нас, это непристойно. И я решил, я все равно сделаю. Я очень рад, что она работает в этой компании, потому что в этой компании моя жена нашла себя, и я этим очень горжусь. Я рад, когда вижу, с каким огромным желанием она работает, и что она очень довольна. Я несколько раз был с ней вместе на встречах и сам убедился, что в этой компании люди очень доброжелательно и понимающе относятся друг к другу. Я очень рад, что она работает с такими людьми. Сегодня я доказала, что этот бизнес возможно делать, потому что если у вас будет всегда результат это ваших мыслей, что вы всегда будете позитивно мыслить, всегда будете о хорошем говорить, у вас все получится. У меня была моя мечта рассказать свою историю, как мне было трудно, как было мне сложно, как меня не понимали. И мой дом пришел компания Vision, в лице The Vision. Меня сняли, меня показали по всему миру. Первый эфир я боялась показать, сказать своим родственникам, что вдруг там что-то не то, и мне сразу скажут, потому что были моменты, я боялась идти с имени торжества, потому что всегда там меня обсуждали, что Келин, невеста такой семьи, занимается ерундой, занимается непристойной. Вот когда показали эфир, оказывается, этот эфир смотрели друзья мужа в Шанхае, родственники Германии, Турции, Москвы начали звонить. Звонит, говорит, Ризохан, почему-то вас и ваша жена выступают по телевидению. Что происходит? А вы знаете,
И вот, первая моя мечта сбылась. Я мечтала только рассказать свою историю всего лишь 10 человек или максимум 5-15 человек. А сегодня мою историю знают все. Я востребованный человек. Меня все любят и уважают. Я вначале не думал и не знал, что ее имя станет таким известным. Но она работала с такой душой и показала себя так, что все мои сомнения ушли. Все наши родственники говорят, наша сноха работает в таком престижном месте, ты должен ею гордиться. Наша фамилия уже была известна. Но я рад, что благодаря жене эта фамилия по-новому красиво зазвучала. Как же рукоплескал зал Рафики Бабахановой. Ее историю, такую настоящую, без искуса, удивительную по своей силе, должно быть, еще много раз перескажут те, кого она тронула. История честная, как сама жизнь. Я дрожала. Сначала дрожала, а потом я уловила мысль себя о том, что, говорит, Рафика, успокойся. Весь этот зал, столько количества людей, это твои дистрибьюторы. И я начала говорить. Вы знаете, если честно сказать, то, что я написала на бумаге, это я не смогла рассказать. Все влилось на сцене, все эти слова шли на сцене, прямо на сцене. Я вот еще смотрю на монитор, да, чтобы время не вышло, да. Нет, у меня было вообще такое гордость, такое... Я сейчас, знаете, мне очень трудно словами передать, потому что это надо было испытать. Теперь у нее есть новые цели – добиться высокой квалификации и... вывести в Тунис. С максимальным количеством дистрибьюторов я поставила себе цель максимум 50 человек из своей организации вывести в Тунис. И над этим мы в офисе с дистрибьютором мы работаем. У меня очень хорошая, сильная команда. Когда у команды такой рулевой, как Рафика, нельзя сомневаться, что и этот рубеж они пройдут и сделают это достойно. А для нее жизнь становится все ярче. Семья стала больше на одного внука. Забот все прибавляется. Но эта женщина твердо знает, она сможет, она сделает, потому что верит. И ее чаяния оправдываются. Мой чек стал больше, больше. И вот этот мой чек мне сейчас позволяет нам строить дом. Мы сейчас новый дом строим. Очень красивый, со вкусом, по плану. Мы строим очень красивый дом. Мы купили машину. Наши дети обучаются, поступили в институт, контракт. Скоро у нас свадьба. Свадьба своей дочери, после этого свадьба сына. Понимаете? Это вот компания Vision дает нам возможность и путешествовать. Компания Жизнь нам дает возможность жить, не думая о том, что как на это мне найду средства, да, допустим, как на это покупки сделать, да, это вопрос такой, вот нашей компании нету. Самое главное, надо действовать и работать, и все будет у вас. Все будет в ваших руках. Мой стих раскрыт, когда Стерхан, еще тонет его даром. Ходите, гости, все ко мне, мы на одной живем в земле.